Хакасия возьмет новый коммерческий кредит. Мера вынужденная, говорят в Министерстве финансов республики. Почти 4 миллиарда рублей необходимо для того, чтобы закрыть казначейский кредит, который в соответствии с бюджетным законодательством должен быть погашен до 20 декабря. Новый коммерческий кредит будет взят на короткий срок. В начале календарного года он будет замещен снова казначейским.